забытом богом театре по системе Станиславского умеет играть только баян. Ну, что бы вы видели, как эти двое ему подыгрывают. Дуэт «Твюз» — театр взрослого юного зрителя на сцене «Реал Камеди». Вокруг скандал, шумный гам-гам-фуз. Это кто там воду мутит? Это «Твюз». Девочки, я с худым пересплю, но сначала напью. А что это за тень? Ты чё, дура? Это «Твюз». Ой, папа, этого лысого баяниста очень боюсь. Не бойся, Дотя. Это «Твюз». Привет. Здорово. Эй. Поехали. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер всем. В театрах есть такие шутки, когда актеру, который играет, в графин с водой подливают водку, и он весь спектакль пьет эту водку. В общем, актеры пошутили на дневном спектакле, а на вечернем пожалели об этой шутке. Итак, следующий вечерний спектакль «Я именно тот актер». Милый наш зритель, сегодня представляем вашему вниманию спектакль «Красная шапочка». Могу ли я? Могу ли я молить богов, чтобы стал кубиками пресс? Тогда я выйду вдоль дороги в кружок красивейших невест, упру в родную землю ногу и стану лидером продаж на трассе Киев-Брест. Интересно, вы начали детский спектакль «Красная шапочка». Лысый! Куда ты дел гумплены староскона? Чертяка, буду я тебя безжалостно пороть! Пороть, потом ласкать, чтобы ты разницу почувствовал. Парируй, жаба. Да я бы парировал, если бы знал, из какого это спектакля. Игорь Семенович, вы что, пили? Хоть поверьте, хоть проверьте. Но я в полных кизяках. Катерина Павловна, заберите, пожалуйста, вручайте мне. Лесоруб! Лесоруб! Фея. Пойдем со мной, пойдем! Фея, лесоруб в дровах! Пойдем! Пойдем! Пойдем, пойдем. Лесоруб, пойдем! Аплодисменты! Да. Игорь Семенович Френкель. А мы продолжаем. Когда в лесу наступила ночь. Смеркалось. Над Таиландом опустилась ночь. Софья! Алёшка? Софья? Алёшка? Фу, это Таиланд! Семёныч, я вас умоляю, я вас, у нас дети, нас зритель смотрит. Пойдемте, пожалуйста, идите сюда. Алиса не знала, куда ведет ее белый кролик. Но когда они подошли к спальне, все стало очевидно. Послушайте, послушайте меня. Я здесь. Это детский спектакль «Красная шапочка». Вы нажрались в зюзю. Актерский талант, бздонь, не пропьешь. Я его просто притопил немножко. Притопили! Сделайте с ним что-нибудь! Охрана! 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 Уведите, пожалуйста. Нет, не... Вы зря смеетесь. Смеющиеся губы меня укачивают. Антракт! Антракт! Ой, я здесь пока побуду. Ну, полюбуйтесь на него, ну... Слушайте, ну я вас очень прошу, ну потяните время хотя бы до прихода милиции, а? Надбавка 8 гривен, а? Чиполлино, 8 гривен! Я снова в деле! Я спасу этот спектакль! Акт второй! Поднимайтесь же быстрей! Меня малёха укачала, так что я буду в кулисах. Спасибо, спасибо! Мы продолжаем наш артхаусный спектакль «Красная шапочка». И девочка несет пирожки бабушке. В Африке горы вот такой высоты. В антракте там в буфете стоит тетка вот такой ширины. Уйдите! Посмотрите! Крокодилы-бегемоты! Обезьяны-кошалоты! Не трогайте ее! Кого ее? «Красную шапочку»!
Ваша красная шапочка, кардинал Ришелье, не испугает мушкетера? Ангарда! Что, какой? Ай! Вы ай. Делаете ошибку! Защищайся, помидор! Ай. Что да. такое? Нифига Игорь себе, Семенович. Я умею. Игорь Семенович, покайтесь. Я вас... Я... Зеленый дракон! Не надо. Господи. Что это там? Что там такое? На! Актера выгнали, вы ошибаетесь. Директор театра так и сказал. Хочу играть в своих спектаклях пьяный и буду. Фрэнк! Богдан Баян! Катя! Это Тьюз, это Катя, спасибо.